Молодежная премия имени Петра Аркадьевича Столыпина. За выдающиеся достижения в области науки награждается Викулова Мария Александровна, кандидат химических наук, доцент кафедры химии и химической технологии материалов физико-технического института СГТУ имени Гагарина. Мария Александровна активно занимается научно-исследовательской работой с 2011 года. Входит в состав исполнителей 16 научных проектов. В настоящее время выполняет работы по трем грантовым проектам. Является автором 80 публикаций, из которых 30 опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией. Имеет 6 патентов на изобретение. В 2019 году вошла в число победителей конкурса Международного информационного Нобелевского центра с проектом «Катализаторы горения низкокалорийных топлив».